diritti di Stato. Действительно, обитал в этих замках. Он проводил в них все свое свободное время, за исключением тех немногих часов, когда нужно было пощипать травку, сбежать от охотника или побеседовать с мелким грызуном. Вернее, над горой, посреди бирюзового облака. Некоторые считают, что бирюзовый цвет – это слишком старой и сентиментально, что нынче в моде серые облака. Но Зайка Юльтина выбрал именно это облако, потому что и сам был чуточку сентиментальным. За что мелкий грызун шишила его всячески порицал. Либо корова, либо газы. Вечно ты огурки все перекручиваешь.
бедный шиншилла. Он умел мыслить только логически. У него было все или-или третьего. Не дано. Ему не дано было понять, что тому, кто живет в воздушных замках, либо корова, либо козель. Тому, кто живет в воздушных замках, дано третье. И это третье цель. А никакая не газель. И уж, конечно, не корова. Thank you.
моей любви. И потребовал немедленной взаимности. Но она не знала, что такое любовь. Этого объяснить. Он не мог ей этого объяснить, потому что у него была слишком большая пасть и слишком тонкие ноги. Thank you.
смотри на меня. Ничего не чувствовала. Но она ничего не чувствовала.
где-то. Все в разных местах, но в этом не было ничего вразумительного. И у него был этот дурацкий рог, и он не мог сказать больше одного слова. Да, да. Где
как бревно, пока Ветелок пытался объяснить, что от него требуется. И заяц Агути пришел, и шерсть его блестела, как золото, а глаза сияли, как звезды. Thank you.
Зайца Гути посмотрел на красавицу Корзель и сразу забыл все, что знал прежде. И вспомнил то, чего не знал никогда. Знаешь ли ты, как рождается луна? Спросил заяц Гути. Она рождается, как серп, который не знал любви. Потом она растет и становится похожей на сердце, которому не хватает его половины. А потом находит свою половину и становится полной, как два сердца, слившиеся в одно. В земле, потом пробивается к свету и видит небо над своей головой. И он вдруг понимает, что теперь ему не жить без неба, что теперь их будет двое, только двое на всей земле. Thank you.
наконец-то, наконец-то ты поняла. Радовался Лефилов. Теперь ты, зять, больше идти, больше ты нам не нужен. Нет, он нужен, сказала красавица Корзель. Только с ним я понимаю любовь, а без него мне снова будет ничего не понятно. Услышав, что он нужен, заяц груди почувствовал себе такую силу, какую не чувствовал никогда. Попадаться мне на глаза. Услышав, что он не нужен, Белелок почувствовал в себе такую слабость, какой никогда не чувствовал. И он встал и ушел из собственной берлоги. Это было именно так. Хотя шиншилла, мелкий грибок. Ага! Повел ее в свой зал, он бросил к ее ногам все облака. И она шагала по ним, и ей было радостно, как бывает радостно, когда шагаешь по облакам. И за этот путь шел рядом с нею, и это было лучшее, что можно придумать.